Воспитатель детского сада, первый учитель. Трудно переоценить значимость этой профессии. Воспитатель – это человек, который огромное количество времени проводит с детьми вне дома. Да, и в первую очередь тот человек, который помогает ребенку в этой жизни как-то устроиться, да, чему-то научить. Поэтому для меня это как супергерой. Помощник, конечно, наш, потому что всегда воспитатель поможет и направит, и подскажет, где с ребенком можно чем-то позаниматься, чем он интересуется, насколько у него получается в той или иной сфере, потому что не всегда ты видишь, что там, может, он рисует прекрасно и целыми днями проводит за этим занятием время. Ну, колоссы. Красиво, всегда меняется. Каждый день в детском саду открывает что-то новое для мальчишек и девчонок именно благодаря этим людям. В год педагога и наставника особенно важно обратить внимание на эту благородную профессию. Перед этими людьми стоит задача не просто находиться рядом с ребенком, пока родители на работе, а воспитывать его, способствовать всестороннему развитию. Воспитатели нужны, воспитатели важны. Так называется программа мероприятия, которую подготовили педагоги детского сада номер 20 «Щелкунчик» для юных воспитанников и их родителей. Мы стараемся как минимум ежемесячно провести какой-то досуг, какое-то мероприятие, КВН, театр, совместно именно с родителями. Спортивные игры, увлекательные конкурсы, встреча с любимыми сказочными героями – все это ожидало гостей. А еще мальчишки, девчонки и их родители подготовили выставку работ. Яркие, красочные, сделанные своими руками с любовью стенгазеты, плакаты и рисунки. На них авторы изобразили воспитателей детского сада. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.